Ради Хабиров посетил площадку машиностроительного холдинга «Амкадор» в Минске. Глава региона осмотрел технику, которую планирует выпускать на новом совместном предприятии в Башкортостане. Напомню, строительство завода начали в октябре прошлого года. Здесь планируют производить более 25 наименований продукции. Объем инвестиций в проект оценивается почти в 8 миллиардов рублей. Мощности предприятия «Амкадор Алга» позволят изготавливать до 1000 единиц техники в год. Это погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры. Ну, то есть линейка где-то пару десятков будет машин. Мы очень надеемся, что завод построен будет уже в этом году. Мы уже «Амкадор» один открыли, там зерносушилки сейчас производятся. Вот сейчас работаем над следующим более сложным этапом. Это произойдет определенный скачок машиностроения. Завод построят на территории особой экономической зоны «Алга» в Уфимском районе. Здесь создадут 1000 рабочих мест. Это уже второе совместное с коллегами из Беларуси предприятие. Первый завод «Амкадор Агидель» по производству зерносушильных комплексов возвели за рекордные 9 месяцев.